В Звенигороде открылся новый офис врача общей практики. Это подразделение Одинцовской областной больницы. Он рассчитан на 31 посещение в смену. Помощь будут оказывать и взрослым, и детям. Прием ведут врач и одна медсестра. Жители смогут получить консультацию, пройти диагностические исследования, в том числе ЭКГ. Кроме того, в офисе врача общей практики можно сделать прививку от коронавируса.